Команда «Волга» из Ульяновска настроена решительно. Традиционные участники фестиваля пляжных видов спорта в прошлом году они заняли второе место. Тогда до победы не хватило нескольких голов. В этом году команда берет реванш. Свою готовность показала на первом же матче, выиграв его со счетом 8-3. Защитник «Волги» Андрей Трошин рассказал, самарский песок для спортсменов не так-то прост. Песок тяжелый для бега, допустим, до игры, но в то же время, наоборот, это как раз пляжный такой песок, который должен быть, который нужно играть, прям приятно. Пляж, песок, «Волга». Все замечательно. Команды спортсменов съехались из 8 городов Поволжья. Все начиналось с соревнований по пляжному футболу, а с годами превратилось в масштабный фестиваль. Мы добавили программу, у нас появился еще один вид, это волейбол. Поэтому у нас фестиваль проходит по двум видам спорта, это пляжный футбол и пляжный волейбол. Программа становится с каждым годом более насыщенная, для участников это более интересная и более бескомпромиссная борьба. В команде пляжного варианта волейбола только два игрока. Самарчанки Евгения Литвинова и Алина Тагайкулова в паре играют третий год. За это время, говорят, научились понимать друг друга без слов. Это даже, мне кажется, больше, чем команда. Там, ну, не только за себя, да, и за партнера, чтобы, там, допустим, облегчить ему тоже игру. На протяжении 3 лет мы играем вместе, и у нас уже какие-то моменты есть, которые мы можем, не говоря, почувствовать, увидеть, узнать, что, допустим, если не идет игра, взять больше на себя игру, либо подбодрить. В этом плане. Самарские волейболисты показали настоящий класс. 4 команды принесли городу по 2 золота и серебра. Видно, родной песок действительно помогает. Что касается футболистов, то тут удача улыбнулась команде из Ульяновска, которая увезла из Самары кубок чемпионов турнира. Андрей Трошин признан лучшим игроком. Валерия Макарова, Павел Пресняков, «События».